Друзья, иду гуляю, прогуливаюсь по улице, и вот за мной вязался такой вот котенок, не дает мне пройти. Друзья, вот он у меня, аж я чуть ли на него не наступаю. Не сюда, кс-кс-кс-кс. Покажи мне, пол ты какого. Вот она бегает, обследует территорию, маркиза, я назвал ее маркизой. Друзья, я решил покормить ее кормом таким вот. Это у тебя что? Давайте ей пожелаем приятного аппетита. Друзья, я прям яйцо выловил. Пусть это особо королевское яйцо тоже ест. Кстати, очень спокойно переносит воду. Ему даже нравится. Вот видите, водные процедуры. Видите, она меня даже не царапает, совсем не, как вам сказать, не дерется со мной. Очень ласковая. Сейчас я ее оботру. Посмотрите, какое чудо, а? Как можно такое чудо кому-то отдать или куда-то деть, друзья? Тебе холодно, а ты вырываешься, а? Ты куда ты убегаешь, а, от меня? И совсем не хочет, друзья, обтираться, сохнуть. Совсем не хочет сохнуть. Видите, вылазит. Вот она на меня обиженная. Даже не хочет ласкаться. Хотя мурлычет, можете послушать. Что-то нам говорит. Одна мразь. Вот смотрите, друзья. Подожди. Маркизу давай покажем. Видите, как ей нравится. Все-таки животные чувствуют хороших людей. Надеюсь, я вовсе не такой пропащий. Так. Будем делать. Капать. А, пошли тебе. Друзья, у меня нет ассистента. Это же маленький ребеночек. Так вот мы ее. Такая вот, друзья, красотка. Итак, по мне не лазить. Затяжки мне не делать на штанах. Я даже не могу закрыть до конца дверь. Боюсь, я его там задавлю, ее, вернее, придавлю лапку или хвост, или голову вообще. Видите, как? От меня ни на шаг не отходит мое дитя. Ставим такой вот лайк, комментируем. И не забываем подписываться на канал. Всем пока. Маркизушка, пока. Всем пока, друзья. Друзья, иду гуляю, прогуливаюсь по улице. И вот за мной вязался такой вот котенок на улице Октябрь. Такой вот кошачок. Ты, наверное, хочешь поиграть со мной? Маленький, да? За мной вязался от самого поворота, от магазина, там дальше магазин. Друзья, вот такой вот котенок за мной. Как тебя зовут-то? Мурзик? Или как? Или ты она? Или ты он? Маленький, наверное, месяца 4. Лишаёк не наблюдаю, бошек тоже нет. Видно, что чей-то домашний, но выкинули на улицу или сам убежал. Но не дает мне пройти. Друзья, вот он у меня. Аж я чуть ли на него не наступаю. Пойдемте, наверное, я отведу его все домой, в дом. А я скоро уеду. Но у меня как раз мыши, крысы. В доме есть, он будет ловить мышей и крыс. Надеюсь, окраска у крысового. Кстати, он, по-моему, двухцветный. Такой полосатый крысовол. Обычно крысоволы, кто не знал, они вот такие вот имеют такой окрас. Обычно кошки ловят, но кота я тоже видел, который крыс ловил в общежитии в том же. Был такой у нас один кошачий щекотел, он есть видеоролики в моем. Этот котяра. Вот он не дает мне прохода, ласкается, да? Смотрите, какая прелесть, друзья. Такой ласковый. Надо его накормить, налить ему молока, дать ему что-то съесть. Это, наверное, знак, друзья. Вот так вот котенок залежался за мной. Друзья, вот я зашел в переулок. Подхожу уже к дому. А котяра от меня... Вы видите, можете наблюдать сзади улицы.
никак не может отстать. И что-то у него с лапой или перебитая она, или такой вот дефект. Пойдем. Будешь мне ловить мышей, крыс. Назову я, наверное, себя... как же мне тебя назвать-то? Наверное, как в начале ролика, Мурзиком. Ну-ка, дай посмотрю. Это он или она? Ну-ка. А ты, оказывается, еще и она, наверное. Пошли. Потом посмотрим, когда придем домой, кто какого пола. Друзья, я иду в дом. И тут маленький друг или подруга бежит за мной. Он глаза сверкает. В темноте хищник. Сомнения мыши, крысы. Думает, какой-то знак, что он за мной пошел. Давай я буду догонять. Просто так животные не будут себе убирать хозяина. Может, прибудился, просто ко мне решил подойти. Он бежит за мной. Пошли. Друзья, подхожу к дому. И вот он меня идет за мной. Преследует, скажем так, поэтому. Ставим лайки и не забываем подписываться. Кс-кс-кс. Бежит за мной. Давай, пойдем. Подхожу я к дому, друзья. Сейчас надо будет его. Так, ты опять под ноги лезешь. Чтобы я тебя раздавил. Тут моя калитка. Уже вся времени убитая. Как я в других роликах говорил, давай, заходи в новый дом. Я, правда, уеду, но у меня есть сарай. Завтра я вам покажу, поснимаю. Он у меня в сарае будет жить. Зимой, правда, не знаю как, но думаю, не замерзнет. Он уличный, не породистый. Может, и порода какая. Друзья, он обследует территорию новую свою, да? Иди сюда. Надеюсь, лишаев у тебя нет. Да вроде бы нет. Уши чистые. Ну-ка. Ты кто, покажи. Она или он? Давайте посмотрим. Так, покажи. Сейчас я на камере, друзья, фонарик отключу. Так вообще ничего не видно. Ладно, друзья, поснимаю завтра днем. Что и как. Со своим новым другом или подругой. Завтра узнаем, кто это. А я сегодня узнаю, посмотрю. Вам завтра покажу. Пусть пока обследует территорию новую. Сейчас надо ему молока пойти купить и чем-нибудь покормить его яйцом, например. Друзья, ну вот я и пришел домой. Пошел в дом. Да будет свет, друзья, зажег свет. И вот мой новый друг или подруга прямо ломится. Посмотрите, друзья, он уже лезет в окно, он лезет везде, в дом, под дверью. Под дверь какой, а ушлый? Или это она, он пищит, послушайте. Давайте отойду, посмотрите, как вот он туда вот аж. Это у меня летняя веранда. Он аж туда пролез, залез на окно. Очень, видимо, хочет зайти. Давайте, ладно, надеюсь, Бог не притащит мне в дом. Пустит. Не. Ты где пищишь? Вот. Вот оно. Мышей ты мне будешь ловить, нет? Тут, походу, кошачья мята растет.
или мята, прям они от нее балдеют. Такой вот, короче, друзья, котейка, котофей. Как тебя обозвать-то? А какое имя годится иметь котенку? Я вам завтра обещал показать, когда посмотрю, какого оно пола. Но, наверное, посмотрю сейчас. Не сюда, кс-кс-кс-кс. Покажи мне пол ты какого. Ты чего? Хвост поджимает, наверное, это все-таки она. Камера у меня чуть не сбила. Друзья, это она. Назовем ее Маркиза. Смотрите, какая ласковая. И все, Маркиза, лишаев. Нет, она, походу, жрать хочет. Все, лапы перебитые. Смотрите, какая нежная, ласковая. Ну, мыши, держитесь, да, крысы? Так жалко я, друзья, уезжаю. С собой ее тоже забрать не могу. Думаю, будет бегать во дворе. Тоже мышей хватает. Друзья, ну вот она бегает, обследует территорию. Маркиза. Я назвал ее Маркизой. Что это она? Хотел тебя Мурзиком обозвать, но ты, к сожалению, не Мурзик. А может, к счастью, видеть нигде не будешь. Друзья, я думаю, это прирожденная охотница. Правда, с блохами. Вот она обследует. Тут, походу, у меня много было мышей, пока меня не было в доме. Поскольку она, видите, как запах пахнет мышами. И крысы, может, тоже есть. Я крысы еще вроде ни одной не поймал. Сначала думал, это крысы. Оказалось, мыши просто крупные были. Одна маленькая и три прям таких нормальных. Ну, не гигантских, но... Я просто в своей жизни вживую полевок видел, таких я ловил в том году, но думал, вот крысята, оказались это мыши такие. Так, на кровать нельзя. Нельзя на кровать, Маркиза. Пока ты это, с блохами, нельзя тебе на кровать. Вот она, в принципе, здесь от меня не отходит ни на шаг. Это или мама кошка. Так. Давай, обследуй территорию. Она обследует территорию. Пусть походит, запах свой оставит. Мыши не любят запах кошек. И если кто не знал, друзья, у кого есть кошки, обычно, даже если они не ловят мышей, мышей все равно в доме нет, потому что пахнет кошкой, если именно в доме кошка живет. И мыши боятся этого запаха. Они думают, что... Они же не знают, охотится эта кошка или нет. Вот она его нюхивает, обследует, да, Маркиза? Что-то у нее с задними лапами. По-моему, они перебитые у нее немножко. Или одна лапа больная, или... Только животных бездомных, и всех хочется пожалеть и пригреть. В том году за мной, вернее, в этом... Я почему, друзья, говорю в том, потому что... Давайте я камеру к себе поверну. Друзья, этой весной за мной вязал щенок. Бежал почти до калитки, добежал до калитки и как давай скулить, кричать, плакать, звать меня, вон она по ногам лезет. Что ты хочешь, Маркиза? Надеюсь, у тебя это бешенства нет. Ты просто играешь так. Что-то она хочет сказать, друзья, это тоже приметы всякие, когда кошка хочет что-то сказать, но, видимо, она... Вот смотрите, что она хочет. Ну что ты хочешь? Нельзя! Нельзя! Маркиза! Нельзя! Слезь! Слезь! Что-то она мне хочет сказать. Может предупредить о чем-то. Может какая-то неприятность должна произойти в моей жизни. Я не знаю, друзья. Кстати, она пятнистая, блохастая. Да, или ты умываешься, или блох учесываешь. Щенок, я, друзья, не договорил. За мной щенок увязался маленький. Я думал, во дворе его поселил, а потом кому-нибудь отдам. Может, собачий приют. Хотя, не знаю, есть здесь на поселке, по-моему, нет такого. Не мог бы добрым людям его отдать. И добрые люди бы взяли, я думаю, с удовольствием. И он бы охранял бы им двор.
Пошел я, короче, в дом, потом во двор. Он кричал, визжал. Потом я вышел, он уже побежал на другую улицу. Я думаю, ну не буду я его трогать. Куда-нибудь, кому-нибудь во двор, да, приблудится. Вот, а сейчас, друзья, наверное, думаю, что все-таки это какой-то знак, потому что это уже кот, щенок, теперь уже котенок, кошечка. Не знаю, может быть, все такие бездомные животные, а ко всем липнуть. Ну это прям что-то нереальное ко мне как-то прикипело. Маркиза, ну ты чё? Ладно, пойду я. Ты за мной, да? Она прям от меня не отлипает, друзья. Я сейчас уйду, а стопудово буду приезжать, кричать и плакать. Мое дитя, это дети, друзья, животные, это наши дети. Маленькие. Смотри, ну как. Куда я смотреть, а туда и она бежит. Блин, ну что с тобой такое-то? Может, ты мне скажешь? Что, все, да, любовь с первого взгляда, да? Ладно, мне пора в магазин. Пойду в магазин, друзья. Там находит, обследует все. Пахнет мышами, да? Смотрите, как она ко мне ластится. А куда я, туда она. Прям боюсь даже на нее наступить. Она и так калека. Наступлю вообще, раздавлю. Смотрите. Я прям как Юрий Куклачев, друзья. Знаете, дрессировщик кошек. То есть я остался между ногами. Как номер он ставил. Ходит кошка вот так вот. Раз, 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 между ног. Так. Раз, раз, да. Раз, так, раз. Тебя выдрессировать, да, Маркиза? Наверное, друзья, это любовь с первого взгляда, я думаю. Вот. Думаю, также она будет мышей любить с первого взгляда и крыс. Я еще тут побуду пару недель. Надеюсь, она освоится, да? Я бы тебя даже с собой спать положил, но боюсь потом чесаться блохами или лишаями. Надо тебе будет ошейник присмотреть. Так, на кровать нельзя, я уже говорил. Маркиза, нельзя на кровать. Видишь, хорошая девочка, послушная. Друзья, пишем в комментариях, как вы думаете. Кстати, когти. Так, когти будешь во дворе чесать, об деревья. Как вы думаете, сколько ей месяцев? Вроде бы, на мой взгляд, это котенок. Месяца 4, думаю, 5 от силы. Не больше. Хотя, не знаю. Ладно, Маркиза, давай, пойду я тебе за вискосом и за молоком. Ну что ты, как тебе нравится новое жилье? Давай посмотрим, что тебе нужно дать поесть. Друзья, у меня в холодильнике покати шаром. Тут виноград. То, что я вам рассказывал, у меня много винограда. На участке я весь собрал. Последний, который я успел. Вот другой сорт, у меня 4 целых сорта. Вот, остатки роскоши, остальное весь посох. Я в начале октября приехал, как раз уже его надо обрезать, виноград. То, что вот я успел срезать. Так, давай, наверное, мы тебе дадим. Вот, друзья, у меня яйца есть. У меня они, конечно, тоже есть, два яйца, но вот здесь их... Они куриные, их намного больше. Блин, куда я тебя как себе беру, Маркиза? Возьму я, наверное, одно яйцо. Наверное, одно. И покормлю. У меня молока нет. За молоком я схожу сейчас, если успею. Времени. Времени, друзья. Полдевятого, в принципе, в магазин я еще успеваю. Да, она хромает что-то у нее с тазобедренным суставом, с позвоночником. И ты под ногами лазишь. Что-то у нее с позвонком. Ее машина сбила или кто-то ударил. Но я навряд ли так на нее наступил, иначе бы она визжала от боли.
так, надо ее покормить. Это примета такая, что если кошка пришла в дом, ее надо обязательно покормить. Нельзя прогонять ни в коем случае. Как бы она пришла за мной, шла по пятам. Друзья, она шла за мной, эта кошка по пятам, но это почти одно и то же. Я очень верю, я суеверный человек, очень верю в приметы. Поэтому найду какое-нибудь блюдце ненужное. Каковых у меня почти нет. Но я думаю, меня не убьет, моя бабушка. Я покойная, Красная Небесная, то, что я блюдце использовал. Вот такое вот блюдце. Не по назначению, вернее по назначению, ну, для кошки, для дворовой кошки. Так, друзья, надо мне разбить ей яйцо. Как бы мне так, чтобы камера... Давайте я, наверное, вот так вот поставлю камеру телефона. Разобью яйцо и покормлю. Иди сюда, Маркиза. Будем есть яйцо с тобой. Так, сейчас, друзья, я возьму камеру. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас. Ну, друзья, яйцо. Я разбил ей яйцо своей новой гости, Маркизе. Маркиза, давай договоримся, тебе даю яйцо, а ты мне будешь мышей и крыс ловить. Потому что я мышеловки ставил, но поймал 4, кстати, одну на клей, специальный клей для грызунов, а еще троих мышей на... У меня есть эти мышеловки, друзья. Вот они, кстати, я их позакрывал. Видно, не видно. От кота, от нового. Вот я их позахлопывал. Боюсь, что она носом туда или без хвоста останется, или без морды. На. Вот тебе яйцо. Кс-кс-кс. На. Вот, ешь. Голодные, да? На улице холодно, надо что-то кушать, чтобы это тело грело. Ну давай, давай, как мурчит, он тут мурлыкает. Давай, 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 ешь. Друзья, так вот она аппетитно примурлыкивая, да? К Маркизе. Кошечка, надо же, друзья, кошечка. Я думал, кот, а это все-таки кошечка маленькая. На. Ну, что-то не нравится тебе, что ли, яйцо? Сейчас за молоком тебе схожу. Все, наелась, что ли? Ну, сейчас тебе за молоком схожу. Наверное, все-таки яйца ты еще маленькая для яиц. Не настолько голодная, думаю. Скорее всего, больше вторую не настолько голодная. Друзья, смотрите, как она ласкается. Как раз у меня состояние такое не очень здоровое. И она... Думаю, мне снимет мой стресс. Главное, чтобы блохами не наградила меня, снимет напряжение. Да? Ой, такая вот кошечка. Нам тебя будет мучить, ага. Так что надо на улице ночевать. Может, я какой-нибудь ошейник не возьму? Или шампунь от двух. Так, ладно. Маркиза, пойдем. Так, пойдем с тобой. Тут прям с разгоном у меня впечатываешься. Пойдем, я тебе яйцо поставлю на улицу, на крыльцо. Или возле крыльца, давай лучше возле крыльца. Маркиза, на. Вот, твоя еда. Что ты нашла уже? Что ты там нашла? Виноград, что ли? Все, я пойду. После тебя мыть руки и пойду в магазин. Друзья, я решил покормить ее кормом таким вот. Это у тебя что? Это, конечно, не вискас, но все-таки на пару рублей дешевле. Но когда берешь пакетов 10, это очень существенная разница, очень ощущается, друзья, на кошельке. Так вот она. С удовольствием ест, да?
Давайте ей пожелаем приятного аппетита. Друзья, я прям яйцо выловил. Пусть это особо королевское яйцо тоже ест. Хоть у нее имя и королевская маркиза, но яйцо есть тоже надо. Не выкидывать же его, да? Поэтому такое у нее сегодня меню. Яйцо с кормом. Корм я взял. С форели взял корм, друзья. Сейчас я другой пакет достану. Такой вот я, друзья, взял корм с лососем и форелью. Это вовсе не реклама. Я хотел бы показывать название, но думаю, это не Вискас. Я впервые в Пятерочке увидел такой корм. Думал, здесь не будет. Но видите, как улетает за обе щеки. Понравился. Значит, есть можно. Дай-ка я тебе остаток корма. Друзья, с аппетитом поглощает наш корм, наша маркиза. Это заслужило. Проделал такой путь за мной. Вон уже яйцо. Понравилось, да? Давайте пожелаем ей еще раз приятного аппетита. Вот, друзья, уже яйца пошли, яйцо вернее. Походу, ей яйцо больше понравилось, чем корм. Друзья, похоже так. Давай. Ну, иди жуй, маркиза. Друзья, я провожу купание котенка. Кстати, кто не знал, так можно блох вывести. Без химии можно не прибегать к химии. Шампуни всякие и всякая гадость. Вот мне неудобно одной рукой держать, да. Но я как-то вот стараюсь, чтобы не утопить телефон и меня не расцарапали. Кстати, очень спокойно переносит воду. Ему даже нравится. Вот видите, водные процедуры. Который даже не сопротивляется. А он ватки ему хотел, он плавает в уши. Сделал тампоны, но ватка выпала. Но в уши мы воду не заливаем ни в коем случае. Видите, я стараюсь не заливать воду. И вот так вот аккуратненько. Водичка теплая, нагрел слегка, чтобы она холодная не была. И держим в воде. Блохи захлебнутся и выйдут. То есть можно без всяких шампуней, без всякой гадости. Поскольку мне на улице его, друзья, жалко оставлять. Ее, вернее, маркизу нашу, да, она там замерзнет на улице уже конец октября. Поэтому я решил, кстати, неудобно снимать одной рукой, решил, вот посмотрел на ютубе, решил также вот сделать, чтобы она у меня в доме осталась. Завтра возьму таблетки от глистов и ошейник от блох. Но вот решил ванные процедуры, и она у меня уже не минуту, как на ютубе было сказано, уже минут 5 находится в воде, принимает водные процедуры. И, как вы видите, даже не сопротивляется почти. Ну, как почти, не сопротивляется. Единственное, что она замерзла, сейчас буду, наверное, ее в это полотенчик и вытирать, обсушивать и в кровать, естественно. А вот я голову тоже немного и намочил, морду, потому что блохи, они могут перейти ей на
вот туда вот перейти блохи, и просто они не все утонут, скажем так. Не все блохи утонут, и тогда все это бесполезно. Поэтому стараемся, видите, нормально переносит. Прям такая кошечка хорошая. Скорее всего, я ее себя оставлю, поеду с ней на вахту, друзья. То есть попрошу там как-то руководство, чтобы она со мной в вагончике, если меня в вагончике поселит, не поселит в вагончике, как-то придется куда-то ее кому-то пристраивать. Ну, чудо-кошка на самом деле. Ладно, не будем мучить, друзья. Я тоже сам болею немного. Меня продул на улице. Чтобы вот коте моя не заболела, я ее сейчас оботру полотенчиком, достану, видите, она даже не сопротивляется, смотрите. Смотрите. Все. Опа. Видите как. Сейчас возьмем полотенец. Я думаю, блохи вышли. Друзья, извиняюсь за бардак, у меня, видите, кровать вся незаправленная. Ну, вот так вот я не ожидал сегодня, думал, не будет съемки. Я думал, меня она расцарапает, всего задерет. То, что многие кошки дерутся, когда их купаешь. Она, видите, как она... Вы видели сами, я ее отпустил, она сама из тазика вышла из воды. Я думал, если я отпущу руки в воде, то мне рукам хана будет. Видите, она меня даже не царапает совсем, не, как вам сказать, не дерется со мной. Очень ласковая. Сейчас я ее оботру. Посмотрите, какое чудо, а? Как можно такое чудо кому-то отдать или куда-то деть, друзья? Я специально это видео смонтирую для вас. Я думаю, это чудо. У меня матушка погибла, под пояс попала. Но это вы все знаете по моим предыдущим видеороликам. И вот в ее доме я сейчас нахожусь и встретил вот такое чудо. Видите, она умывается. Сейчас я ее оботру. Я думаю, блохи утонули уже. Завтра мы еще купим шампунь и сделаем вторую водную процедуру. На сегодня, друзья, я думаю, хватит пока нам купаться, да, Маркиза? Будем сегодня вместе спать, да, с тобой? Ну, ты мой хороший. Мы сегодня с Маркизой будем вместе спать, друзья. Ладно, хватит мне издеваться над животным. Надо ее видеть, она вся мокрая и совсем не дерется. Ручная, я не знаю, может быть, убежала или детишки завели и потом ее выбросили. Не знаю, родители там, может быть, она мешала. Хотя я в поселке нахожусь. Кому может мешать котенок? В принципе, здесь полно кошек, много бездомных, много дворовых, которые в доме живут и бегают на улице. Друзья, ну вы сами знаете, что бывает, когда котенка или кошку купаешь, хана рукам. У меня аж руки дрожат, я думал, моим рукам тоже будет сегодня хана. Я ее подобрал на улице. Не знаю, может, чем-то болеет, и думал, что ну какую-то инфекцию может мне царапины не занести. Она совсем не стала драться, не стала сопротивляться, то есть спокойно приняла процедуры. И даже меня потом облизала, не царапнула, не цапнула. То есть это какое-то чудо, друзья. И пишите в комментариях, кстати, если вы такое же чудо уже встречали, или, может быть, у вас такое же чудо живет дома. Ух ты, моя холёсая, моя сладкая, моя маленькая девочка. Видите, какая она. Пойду, друзья, я полотенце ей возьму, буду ее обтирать. Друзья, я пытаюсь ее накрыть, свою принцесску маленькую, но она что-то... Вернее, закутать ее в полотенце. Так, давай мы с тобой... Сейчас, друзья, я ее в полотенце и вам покажу. Друзья, ну все, готово. Она сопротивлялась конкретно. Я вам даже в доме куртку одел. Думал, весь буду расцарапанный. Пуховик, вернее. Куртку такую теплую-теплую. Думал, меня она расцарапает. Так, в общем, вот тебе холодно, а ты вырываешься, а? Вот куда ты убегаешь, а, от меня? Видите, она не хочет никак. Я пытаюсь ее накрыть, чтобы она отогрелась как-то. Но она, видите, предпочитает обсыхать сама. С характером такая. Ну ладно, сохни сама. Так, я тебе уши не намочил внутри? Нет, уши сухие. Видите, друзья, какое чудо. Я немножко в таком приятном... шоке, восторге. Я ее искупал, намочил, она вместо того, чтобы меня там драть, на меня там, не знаю, обижаться, она, видите, она ласкается, играет. Какая хорошая. Да. И совсем не хочет, друзья, обтираться, сохнуть,
совсем не хочет сохнуть. Видите, вылазит. Ну-ка, давайте хотя бы накрою, а? Вот, видите, немного вроде бы сопротивляться перестало. А, ты. Давай, во. Мурлыкает только. Играет, не хочет совсем, совсем не хочет под одеяло. Вернее, под полотенце. Ну, скажи, под одеялом мы сегодня ночью будем спать, да? Нам будет тепло вдвоем. Надеюсь, все блохи вышли. Я не буду чесаться, друзья. Ну, такое вот я создание пригрел у себя дома, на даче в Воронежской области. Думаю, я все-таки доброе дело сделал. И расставаться теперь не знаю, как с ней буду. Мне же надо на вахту ехать. С собой брать не знаю, разрешат ли мне где-то оставлять или на улице, тем более. У меня просто сердце будет разрываться теперь. Я просто не знаю. Я впервые в своей жизни, друзья, ради этого случая даже камеру разверну. Я, друзья, впервые в жизни увидел кошку, котенка, там кошку, неважно, я еще не разобрался толком. Пишите в комментариях, котенок это или кошка, которая не дерется, когда ее купаешь. Я держал ее за холку, как знаете, когда кошка, ну, если, кстати, вы, друзья, не знаете, когда, чтобы кошка не сопротивлялась, даже во время купания, там, или вы просто хотите, она у вас, например, взбесилась, выкинуть из дома, да, там, из квартиры, чтобы минимум понести потерь, там, ног расцарапанных, рук, берете ее за, сейчас вам покажу, берете ее за холку, вот так кошка обычно носит котят, у них рефлекторно, видите, все мышцы расслабляются, я так ее положил в тазик и держал, думал, ну, держу раз, да, значит, она поэтому не двигается, то есть, ну, как бы, если отпущу, думаю, да, вот так, то все, мне хана, моим рукам хана, моему лицу, может быть, тоже хана. Вы видите, друзья, совсем не хана, она совсем меня не, как это сказать, не обиделась на меня, не накинулась, не испугалась. Видимо, она чувствует то, что я ее не топить собираюсь, да, как Герасим, ну, а то, что я ей именно хочу, желаю ей добра, чтобы она больше не чесалась, чтобы эти блохи, там, не знаю, клопы с нее покинули ее шерстку, да, чтобы они ее не тревожили, чтобы ей было хорошо, да. Но я думаю, это чувствует, не зря же она за мной вязалась. Поэтому, друзья, это впервые в жизни у меня, да, вот я встречаю такое кошачье создание, которое не боится воды. Поэтому я даже не знаю, как мне дальше быть. Отдавать ее кому-то, наверное, придется, я не знаю, или оставлю себе. Я давно мечтал о кошке, но на собаке тоже не могу со своим образом жизни завести, постоянно в разъездах. Друзья, буду думать, что делать, потому что оставлять ее во дворе и уезжать, я думаю, она или кошки задерут дворовые, или с голоду помрет. Не каждый так вот накормит, там, обогреет, поэтому надо думать, друзья, пишите в комментариях, что вы мне вообще посоветуете с моей вахтой, с этим котенком, с этой кошечкой, как вообще, что мне делать, и как мне вот, чтобы с ней... Или с собой ее в лотке возить специально, ну или это кота раньше перевозил. Ну понимаете, я его на дачу брал, а здесь на вахту. Поэтому, друзья, пишите в комментариях обязательно, что вы мне посоветуете, что вы мне пожелаете. Ну и вот этой вот этому, вернее, вот этому милому созданию, ей, да. Маргаритка мы тебя назвали, по-моему, да? Как мы тебя только не называли. Ой, друзья, любите животных, братьев меньших, детишек наших, не обижайте их, потому что, блин, ласковее нету. Даже люди, мне кажется, если кого-то так ванну окунуть, он бы мне все весь фейс разбил. Вот, а она даже не поцарапалась, не стала не визжать ничего, да? Видите, как она, какая она аккуратненькая, чистюля. Друзья, ну вот мы и отогреваемся, да? Вот. Нам уже, я еще пару процедур купания повторил, после того, как я вот первый раз купал эту кошечку, я видео снимал, я после этого сразу же еще два раза, потому что вши столько было вши, что они просто после первого купания ожили, только начали метаться, бегать. Я вам этого не успел заснять, показать, потому что я бегом опять воды, вот я подогревал воду до приятной для тела температуры.
И вот еще два раза мы принимали ванны с хозяйственным мылом. Сейчас покажу с каким. Потому что дегтярного не было. Было вот такое вот хозяйственное 72% мыло. Наша кошечка все это стерпела. Героически так все перенесла. Теперь умывается. Вот я включил здесь специально две газовых конфорки, поскольку я отопление, котел не прогревал, не включал. Она влажная, вся мокрая, поэтому думаю, что если я, например, выключу газовые горелки, то будет прохладно в доме. И представьте, вы на купанной прохладе. Я как бы не хочу, чтобы она заболела. Не знаю, может быть, я ее просто выпущу во двор, может, кому-то отдам в добрые руки и знакомых. Может быть, заберу в Москву, там куда-то пристрою. Но ей видно, что тепло, хорошо. Ши, не знаю, остались живы или нет, или мы их все утопили, смыли. Но вот она на меня обиженная, даже не хочет ласкаться. Хотя мурлычет, можете послушать. Что-то нам говорит. Да? Не знаю, лишая я не нашел, стригущего лишая я не нашел. Посмотрел все тело животного и не нашел этого лишая. Может быть, не знаю, она и болеет. Узнаю это позже на себе. Если у меня никаких пятен не появится, значит, у нее ничего нет. К ветеринару тут есть возможность, но два момента для меня это дорого куда-то нести. Поэтому все своими подручными средствами. Завтра куплю ей ошейник от Бог. И капли, наверное, в шерсть закапаю, чтобы шею не тревожили, потому что мы их вымыли, но, может быть, какие-то и остались. Но уже мелочь. Я надеюсь, что мелочь, которая безвредная. Надеюсь, я ничего от нее не подцеплю. Так вот мы умываемся, намываемся. Да, давай покажем. Какая-то красивая. Вот она красивая, как крыска, мокрая вся. Сейчас она просохнет, намоется, шерстку свою. Мы причесали тебя, да, расческа? У меня вот такая, друзья, расческа. Деревянная, мягкая, видите, да? Закругленная. Это для людей, но с животными тоже. У меня был кот, я такой же расчесывал кота. Он покойный, царство ему небесное. Вот он умер, перс. Был породы перс, призер. Давно это было, лет 15 назад, если не 20. Мне еще тогда было. Я только школу закончил, да, больше 20 лет назад. Это обычная, самая обычная кошечка. Но жалко стало, на улице я ее подобрал. Она прям бежала за мной так, но вы сами видели видео. Если бы она так не бежала, я думаю, я бы ее не взял. Но решил вот отогреть. Потому что сам знаю, как это оказаться на улице. Без крова. Друзья, думаю, пока хватит. Я так уже очень много наснимал. И монтаж надо делать. Думаю, монтаж еще времени займет приличного. Нарезать сделать, нарезочки соединить. Поэтому давайте, наверное, на этом ролик будем заканчивать. Надеюсь, что у нашей Маргаритки, или как ее там, Клеопатра там назвал. В принципе, я еще с именем не определился, может, я кому-то отдам, и кто-то назовет ее именно, как он хочет. Вот. Может, оставлю, не знаю. Но я не живу в этом доме, поэтому навряд ли я ее оставлю. А в Москве я квартиру закрываю, появляюсь там буквально раз в 3 месяца. Кормить тоже не смогу, поэтому, наверное, придется мне куда-то пристраивать это бедное животное. Поэтому, друзья, не забываем подписываться, ставить вот такие вот жирные лайки, комментарии. И советуйте наш с вами канал. Называется он Жека. Советуйте его своим друзьям, знакомым. Рассказывайте в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, не только можно. Что есть такой канал, я буду вам очень признателен, если люди начнут на меня подписываться, новые подписчики. Карма вам все это вернет. Как говорится, есть такой бумеранг. Вы сделали доброе дело, и вам это все вернется тоже вдвойне. Поэтому, друзья, не забываем ставить такие жирные лайки. Обязательно пишем, друзья, комментарии, особенно те люди, которые любят животных, особенно бездомных.
Друзья, давайте до завтра. Завтра я еще поснимаю, чтобы смонтировать этот ролик и выложить его для вас. Поэтому я отключаюсь. Друзья, привет. Вернее, доброе утро. Забыл вам пожелать доброе утро. Хорошо, если оно у вас именно доброе, а не злое. Ну вот я и сходил в аптеку, вернее в зоомагазин. Там, как вы знаете, то же самое, что и в аптеке, есть лекарства для животных. Не во всех, правда, зоомагазинах, но где-то есть. Я вот нашел такой зоомагазин, где взял капли от блох, как в простонародье, от пшей. И также я взял наши мартузи, таблетки от глистов. Сейчас я вам их покажу. Вот такие вот, друзья, таблетки. И вот такие вот капли я взял от пшей. Закапаем ей вот туда вот на холку и выгоним оставшихся паразитов, засранцев. Видите, как она меня любит, да, Маркиза? Я ее спас, подобрал. Теперь она мне, меня вот так вот, друзья, благодарит. Блин. Так вот, я не люблю привязываться к животным, друзья, потому что не могу, по сути, я по вахтам мотаюсь, не могу себе позволить. И что-то придется решать, потому что я, походу, не на шутку привязался к этому коте. Друзья, давайте выгонять остатки паразитов. Вчера я ее купал, увидели это видео, и когда я стал ее обтирать, я как-то не сообразил это снять для вас. Из нее полчища в шеи полезли, в шеи блох. Вот, и эти мерзавцы не все выползли, потому что сегодня с утра, когда я пошел ее кормить, я увидел, на ушах у нее были блохи. Видимо, с тела они сбежали, утонули, на голову перебрались, хотя голову я ей тоже мыл. Но единственное, что я в уши и воды не набирал, потому что, как все знают, кошкам нельзя мочить уши, нос. Если вы не знали, теперь, друзья, вы об этом знаете. Такая вот наша Маркиза. Ненавижу снимать на свой телефон. Хочу GoPro-шку себе в ближайшее время взять, камеру GoPro Hero 9 вышла. Это уже мой третий дубль, потому что я уже запарился монтировать, вернее не монтировать, а настраивать свет. Я снял пару дублей, но они засвеченные оказались. Поскольку я не вижу себя, не могу настроить. Вот такое вот зеркальце у меня есть. Такое вот зеркальце сообразил, чтобы как-то вот на расстоянии настраивать яркость, настраивать. Кстати, сейчас вам покажу пшей, друзья. Я увидел одного мерзавца. Так, давай покажем, Маркиза. Вот смотрите, друзья, я сейчас покажу. Вон, видите, даже лежать. Гав, гав! Лежать, лежать. Это не собака, я понимаю, команда не понимаешь, но... Подожди. Вон, друзья, ну вы видите, да? Мерзавца. Вон он ползет, смотрите. Подожди. Только ты не тряси, не надо их на меня стряхивать. Наша Маркиза на меня стряхивает. Вон, видите? Одна мразь ползет, смотрите, друзья. Подожди. Маркиза, давай покажем. Давай покажем. Друзья, подожди. Как не могу, вон, видите? Сейчас я камеру. Подожди. Вот, видите, одна мразь. Вон она, видите, да? Поэтому, Маркиза, тебе пока придется посидеть. Видите, как ей нравится. Все-таки животные чувствуют хороших людей. Надеюсь, я вовсе не такой пропащий, как все говорят, как многие считают, особенно моя бывшая жена, что я пропал в этой жизни. Кстати, тебе привет. Детей против меня тоже настраивает. Но, друзья, сюжет для другого видеоролика. Детей я обожаю, животных тоже. Животные меня любят, животные не идут к плохим людям, как вы знаете. Давайте и нашей Маркизе закапаем лекарства. Когда она пригрелась, сейчас меня, дай бог, тоже пшами наградит, да? Такая вот, друзья, красотка.
Так, по мне не лазить. Затяжки мне не делать на штанах. Видите, совсем уже ко мне привыкла. Так, друзья, зачем я камеру-то включил? Вот они, эти капли. Давайте ей закапаем. Сейчас я буду проводить маленькие манипуляции. Так, как-нибудь поставить камеру. Так, отходим. Тут идет съемка. Так, будем делать. Капать от ушей тебе. Друзья, у меня нет ассистента, извиняюсь. Так, я понимаю, тебе не нравится, но надо найти кожу. Вот они, так, подожди. Давайте вот так вот сделаем. Она не хочет. Потому что они... Я дал окошечке глистогонное, видите, этот вискас, не вискас, а тот корм, не помню, как он называется, забыл. И вот четверть таблетки я, видите, да, у меня пальцы, порошки от таблетки. Растолок, будем ей глисты выводить, нашей маркизе. У нее 100% есть глисты. Так она аппетитно ест, мы ее обманули, одурачили. Так, это же маленький ребеночек. Так вот мы ее. Пусть ест, кушает. Пожелаем ей приятного аппетита. Надеюсь, в ней глисты. Если какие-то есть паразиты, то они выйдут. Так она с аппетитом кушает, поглощает, да, Маркиза? Корм. С лекарством. Давай, доедай. Маркиза, давай. Вот это вот надо тебе доесть. Все надо доесть. Давай. Вот это вот, на. Вот это вот. Замурлыкала, нравится. Ну, давай. Хорошая, давай. Давай, вот это доесть надо. Ладно, не хочешь, но, в принципе, она почти все съела. Сюда кушала. А может быть, еще сейчас да прикончим. Давай. Ну... Ладно, наш маркиза потом, я думаю, все доест, если соседские кошки дворовые не слопают. Нет, она услышала слово, то, что соседские кошки, соседские, что они слопают, решила сама доесть, не дать им такой возможности. Молодец. Ну все, друзья, сейчас будем закругляться. Поэтому, друзья, не забываем подписываться на канал, ставить вот такие вот жирные лайки, а также рассказывать своим друзьям, если вам зашел этот видосик, и вы также любите домашних животных и ухаживаете за ними, а также помогаете бездомным животным, ставим такой вот лайк, комментируем, и не забываем подписываться на канал. Всем пока. Маркиза, скажи. Пока. Всем пока, друзья. Друзья, вот так вот он, вернее она, маркиза, ломится в дом. Видите, как я даже не могу закрыть до конца дверь, боюсь, я его там задавлю, ее вернее.
придавлю лапку или хвост, или голову вообще, видите как? От меня ни на шаг не отходит мое дитя, моя дочь. Ну подожди, Маркиза, давай у тебя это блохи выйдут до завтра. Я тебя впущу обязательно. И будешь со мной спать в тепле. На улице еще октябрь, конец октября, поэтому в принципе не очень холодно. У нее плотная шубка. И она рвется. Смотрите какая, а. Так, Маркиза, давай ты сегодня поночуешь где-нибудь на улице, ладно? Блохи все выйдут с тебя. Мы тебе блох-то вытравили. Уже видишь вечер, а ты сейчас натрясешь блохами. Пойдем. Пойдем, пошли. Ты же умная. Пойдем. А завтра обязательно я тебя впущу. Пошли, иди сюда. Маркиза. Маркиза. Смотрите, что вытворяет. Лезет в мои ботинки. Кроссовки. Так. Пойдем. Видите, друзья, чего она вытворяет, смотрите. Тебе мои ботинки, кроссовки понравились, что ли? Не знаю, может, у меня какой-то запах, друзья, исходит, что она уже и мои ботинки полюбила, кроссовки вернее. Так, все, подруга, давай пока ты, вот тебе молока налил, допивай свое молоко. Все, а завтра мы с тобой увидимся.